Хорошая трава. Правда? А как понять? Попробуй. Задержи дыхание. Гадость! Скоро ты почувствуешь блаженство. Ты знакома с Йокастой? Разве? Мы познакомились в прошлом году в театре. Что вы тут делаете? Дышим коноплей. Я это заметила. Из-за вас весь дом провонял. В будущем занимайтесь этим на улице. Yes, да, мама. Она хоть ничего? Excellent. Превосходная. Yeah. Пойди сюда. Я привезла две сумки из Македонии. Намного лучше итальянской. Из Македонии? У отца там криминаломни. Мы поедем туда, когда Антония сделают губернатором. Ну и как там? Дорогая, там просто ужасно. Мерзкая погода, отвратная еда, дикие люди. Наверное, ты там была не в высшем обществе. Нет, папа страшно богат. Но там просто нет такого общества. Мужчины только и делают, что трахают овец. А если посмотреть на женщин, то мужчин можно понять. Там и правда край света. Я не сноб по натуре, Октавия, и я не против того, что ты привела дочь торговца. Но давай только этим и ограничимся. Никаких актеров, гладиаторов и прочего сброда, ладно? Не обращай на нее внимания. Она постоянно выходит из себя с тех пор, как Октавиан ушел.